Люксембург первым в мире сделает общественный транспорт бесплатным. Плата за проезд в автобусах, трамваях и пригородных поездах будет отменена летом 2019 года. В Люксембурге наблюдается одна из худших ситуаций по пробкам в мире. Несмотря на то, что население главного города составляет всего 110 тысяч человек, каждый день на работу туда приезжают еще 400 тысяч граждан, как из других частей страны, так и из соседних стран Франции, Бельгии и Германии. Согласно одному из исследований, в 2016 году местные водители провели в пробках в среднем 33 часа.